Аптека медикаментов не продает или бахил не бывает. Конкурс подобных абсурдных или просто смешных объявлений в социальных учреждениях запускает Общероссийский народный фронт. Студенты, не сдавшие сессию, повешены на третьем этаже. Дети, полученные в нашем роддоме, возврату и обмену не подлежат. Больным, ожидающим приема, просьба не делиться друг с другом симптомами заболеваний. Это затрудняет постановку диагноза. Это реальные объявления, которые встречаются в российских учреждениях. Если вы встретили что-то подобное, можете сфотографировать и принять участие в конкурсе. Фотографии с указанием ваших данных, региона и названия организации присылайте на почту info@racenko.ru. Жюри отберет 50 самых ярких фотографий, после чего на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества» откроется онлайн-голосование. Итоги конкурса и 10 победителей будут объявлены в середине июня. По задумке организаторов, конкурс должен привлечь внимание к подобному творчеству управленцев социальной сферы и качеству их работы.